Полицейские раскрыли все обстоятельства задержания Бочкарёва с кокаином. Наталья Бочкарёва пыталась перепрятать наркотики во время своего задержания за рулем престижного авто, пишет московский «Комсомолец». Стражи порядка сообщили СМИ, что Бочкарёва была задержана в ночь на субботу, 28 сентября 2019 года, возле больницы им, братьев Бахрушиных в Сокольниках. Она ехала за рулем Cadillac Escalade. Ее остановил экипаж ДПС на патрульной Toyota Camry. Два старших лейтенанта заметили, что Наталья сильно нервничала. На вопрос о наличии запрещенных веществ ответила отрицательно. И тут же попыталась их спрятать. Артистка вытащила из левого заднего кармана пакетик и засунула его под штаны. Но это зафиксировали полицейские и вызвали следственно-оперативную группу. При свидетелях пакет с порошком изъяли, экспертиза обнаружила в нем кокаин. Бочкарёва от теста на опьянение отказалась. На «Звезду счастливы» вместе завели уголовное дело по статье 228 УК, а также оформили протоколы за отказ от освидетельствования и за вождение без техосмотра с ОСАГО. На недавно купленной иномарке артистка успела много раз нарушить ПДД, а не менее 8 штрафов еще не погасила. Бочкарёва категорически отрицает задержание, называя опубликованные кадры монтажом. Полицейские же уверяют, что детально сняли даже попытку перепрятать наркотик в нижнее белье. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик для уведомления о новых видео. Всего хорошего!